Самые ангельские знаки зодиака. Астрологи описали характеристики три знака зодиака, которые делают их представителей настоящими ангелами на Земле. Они готовы в любой ситуации предоставить свою помощь, никогда не обижаются и умеют прощать. А кто это? Я вам сейчас расскажу. Только для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, в моем телеграме ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак – рак. Нет сомнения, что рак является самым бескорыстным знаком зодиака. Астрологи говорят, что участие в жизни других людей для них столь же естественно, как дыхание. Эти чуткие водяные знаки глубоко любят свою семью и друзей, заботятся о них и часто являются тем клеем, который удерживает отношения. Интересная вещь в самоотверженности раков, она укоренена настолько глубоко, что они почти не воспринимают ситуацию с помощью как выбор, они просто таковы. Второй знак рыбы. Для рыб естественно получать радость от самоотдачи, что делает их глубоко бескорыстными личностями. Однако у них иногда возникают проблемы, когда дело доходит до установления границ. Слово «нет» просто отсутствует в лексиконе рыб, они даже нарушат свои планы, чтобы убедиться, что чьи-то дела пройдут гладко. Несмотря на то, что в реальности это невозможно, рыбы мечтают о мире, где счастливы будут абсолютно все. Третий знак – весы. Весы живут для того, чтобы сделать жизнь других счастливой и комфортной. Они всегда заботятся о том, чтобы все вокруг чувствовали, что их ценят. Рожденные под этим знаком легко отодвинут собственные желания, если это поможет им избежать конфликта. Весы бескорыстны до глубины души. Иногда они даже могут зайти слишком далеко, пренебрегая собственными потребностями, но забота о других – обязательный пункт в их книге жизни. Если весы чувствуют, что могли сделать больше, но не сделали этого, они чувствуют себя очень некомфортно.